Всем привет, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вы увидите обзор второй серии «Варюшка», которая выходит 29 марта 2021 года. «Варюшка» вторая серия. Катя и Михаил расследуют убийство Ксюши. Майору Михаилу Супруну в сериале «Варюшка» вторая серия удалось найти сестру Екатерины. Вот только не живую, а мертвую. Ее тело нашли именно в том месте, где указывала Катя, на заброшенном строительстве. А красные ленты, вероятно, указывали на название улицы Красноткатская. Возможно, главной героине детективной мелодрамы удастся указать на предполагаемого убийцу. Судмедэкспертиза показала, Ксюшу убили 3 дня назад, причем не на стройке. Следы волочения, положение тела, особенности раны от огнестрела, малое количество крови указывают на то, что бездыханное тело девушки привезли в заброшенное здание. Самое удивительное, что в этом убеждена и Катя, во второй серии сериала она сделала такой вывод, не видя ни тела, ни места, где нашли ее сестру, какие еще подробности злополучного дня почувствует Екатерина. Внутреннее ощущение главной героини мелодрамы привело ее к начальнику Ксюши, Григорию Сергеевичу. На встрече мужчина вел себя очень странно, сначала выразил сожаление, а затем начал расспрашивать Катю о разговорах с Ксюшей. Мол, вдруг она говорила, что с кем-то познакомилась, завела ли близкие отношения. Екатерина в детективной мелодраме во второй серии ответила лишь одно, в тот день Ксения должна была с кем-то встретиться. После этой фразы Григорий Сергеевич заметно занервничал. Неужели умершая была для него не просто подчиненной? Или же он как-то причастен к ее смерти?